герои и базовое определение. Автор проекта. Участник шоу, имеющий учетную запись на сайте и предоставляющий организации информацию о проекте для дальнейшего рассмотрения, регистрации и публикации на сайте. Исполнитель проекта. Физическое или юридическое лицо, которое обязуется реализовать проект автора в соответствии с заключенным договором. Благотворитель. Участник шоу, который осуществляет взнос в пользу выбранного им проекта посредством организации и сайта. Проект. Опубликованная на сайте коммерчески значимая идея, принадлежащая автору проекта. Вклад. Денежная сумма, которая вносится благотворителем на специально созданный банковский счет организации с целью ее дальнейшего перечисления в пользу выбранного благотворителем проекта. Оценка. Личный рейтинг участника, а также ценность, перспективность его проекта определяет зрительское голосование. Результат отображается в процентах. Ротация. В течение месяца каждая команда работает над одним наиболее коммерчески выгодным проектом. Если же по истечении 30-дневного срока проект не набирает нужной суммы для реализации, то он замещается проектом другого участника, который занимает второе место по результатам зрительского голосования. Это повысит шансы других идей на претворение в жизнь. Удаление. Правила реалити-шоу предусматривают два вида удаления проектов участников со знаком «плюс» и со знаком «минус». Удаление со знаком «плюс». Проект быстро набирает необходимую сумму, команда-автор заключает договор с исполнителем и удаляется из первого сезона, плавно переходя во второй сезон. Удаление со знаком «минус». Участник покидает шоу по своему желанию. Участника исключают из-за нарушения правил шоу. Финал. На финальном шоу решится судьба проектов. Выбывают ли команды из числа претендентов на народное финансирование или же получают деньги на внедрение в производство коммерческой идеи? Телезрители могут спасти менее удачливый, но очень полезный, интересный проект. Реалити-шоу «Оригинал» — это проект для неравнодушных созидателей, которые хотят не только рассказать всему миру о гениальной бизнес-идее, но и мечтают реализовать творческий потенциал и выпустить в свет, к примеру, экзоскелет, новую модель электрокара, 3D-строительный принтер, вечный двигатель или даже машину времени. Автор идеи — Максим Стеценко. Разработка концепции — Татьяна Савченко.